Ой. Давай. Что вы творите? Только давай потом поменяемся. Подумаешь, пару раз уничтожил. Минус код. Как ты меня увидел? У меня есть старый пляж, я его строил тоже вроде... Ну, давайте посмотрим. Короче, пошлите туда наверх. Так. Я застрял внутри. Не взрывайте, пожалуйста, все. Так, во-первых, наверху тут мало чего есть. Камушки, тортики. Тортики в тюрьме? А, это ловушка. Да, но опять же таки, это старая постройка, я ее... Это кто? Не трогал. Ей год. Это охотник? А, нет, это мой старый скин, я его могу сейчас одеть. Это какой-то плохой человек, который шел, собирал конфеты и попадет в тюрьму. Да, раньше был такой прикол, типа, у нас флешмоб был, что типа я конфеты люблю. Так, дальше, у нас тут камни, туалет и продаются вообще всякие... Вообще это была PvP-карта, мы тут сражались, бегали друг от друга. А, ну тут вот что есть. Может, возродим старинную войну? Это что за мина тут? Какая мина? Ой, да. Тут была машина, это... но ее кто-то в космос выкинул. Это еще верхнюю стенку сделай. Стоп, это что такое? Откуда она тут? Это я. Кто ты? Это я. О, машинка прикольная, кстати. Ну, я можно ее за вроде... Руль? За руль можно? Поверишь? По идее, можно, да. А, я застрял в крышу. Ой. Давай. Уходим отсюда, поскорее. У нее турелька почему-то на EQ, она то работает правильно, то работает неправильно. Я не понимаю вообще, как это работает вообще. Что это за логика такая? И поворот очень плохой, потому что я не делал в нее систему поддержки. А пляж загрузите опять? Я хотел PvP-шку устроить. Че, сейчас Айбен без головы оставлю. А, он меня с машины выкидывает. Так. Ну, а теперь я займу его тут место. Я вспомнил, еще у меня есть секретная комната, вот под лестницей. Посмотрите. Где? Там. Вот под лестницей. Ай-яй-яй. Где? Ага, тут есть секретная комната. А вот, тут кубики без коризии. Что за тыква? Что за тыква? А, что тебе надо? А, это старая тыква, вроде с 2019-го. Ого, а у меня такого нету. Ладно, включайте PvP-режим, берите пистолеты и сабли и начинаем войну через 10-9. Я пока не буду брать, окей? Можно? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, начинается война. Я такой сижу на дереве, смотрю. Я чуть кустик за человека не принял. Минус кот. Как ты меня увидел? А чё? Ты думал, ты камень, который лежит? А. Они PvP не врубают, так нечестно. У меня дело сейчас есть, я не знаю, кто еще PvP не врубает. Нет, ты PvP не включил. Да, я не включил. А, ну сейчас я его включу, я забыл. Я в тебя попал, а PvP у тебя не было. Так. Кот, хватит прятаться в снежной пушке. Я тебя замечаю. Блин, у меня проблема какая-то. Ну ладно, так, можно тоже, по идее. Ладно, я перебираюсь к вам. Так, все. Прячемся в секретную комнату. И тут никто не найдет. А, зачем сейчас это? Сейчас я возьму пистолет тогда тоже. Все же мне не получилась моя идея. Так, где пистолет? Я не могу выбраться вопрос, из секретной комнаты. Я... А, вот все, нормально. А, о нет, двое на одного, два друга собрались, чтобы одолеть одного. Кто? Не надо, пожалуйста. Ладно, бежим. Или вы против друг друга? Сейчас я беру машину и... Никто не знает, против мы или нет. Ай, он мне пистолет сломал. Ой. И что мне теперь делать? Сейчас я рассетнусь тогда. Он мне сломал пистолет. А вы пока там боитесь. Мы дуэлисты. Кто останется в течение 5 минут этой войны? Сейчас возьму пистолет. Все, я иду к вам. Иду как ниндзя. По одному подрубать вас. Паркурим. Сверху. А стоп, ты в туалете один спрятался? Ой, мы в упор стоим. Ой, тут чел стреляет с пушки. О нет, жестко. Давайте еще для ближнего боя возьмем мечи. Не, не надо, так нельзя. Так вообще несправедливо. Ну ладно. Ну хотя давайте возьмем мечи. Вот. Да, кстати, давайте отойдем только друг от друга. Да, давайте. Стой, а мечи какие? Старые, которые за монеты покупаются или которые за квест можно? Какие хочешь, бери. Вот, не надо. Что тебе я тебе сделал? Подумаешь пару раз, уничтожил. Забанил. А, ну забанить я, да, тоже. Я бегу отсюда, потому что все меня хотят уничтожить. О, вот ты кот хитрый. Или кто это из вас? Минус кот. Неэпично. Ого. Ура, я этого убил. Кот, ура, победа, он убил кота, ура, а ты... Победа. А я тебя. О, так нечестно. Так я по морю перебирался, мы же сказали, что можно брать эти мечи. У меня же хп было мало.
Ладно, так бывает. Меня сейчас убьют за этой песчаной крепостью с танка. Нет. Кот, распавнится, пока мы. А, он взял конфету, идет со мной за мной с мечом. Месть. Я его все равно убил. Давай сюда идем. Идем один на один. Где ты? У меня тоже было мало хп, когда я по морю перебирался. Стоп, что? Чё за меч тизерский? Я тоже такой возьму. Не знает, вроде он может немножко больше наносит. Нет, у него просто движения другие. От этого много чего зависит. Это меч там за квест, типа, там есть. Я знаю, у меня тоже такой есть. Ого! Вот это хедшот я коту прописал. А чё это там танк стоит-то? Давай, один на один. Да как? Сложно. Может, уберем этот танк? Кто он? Кот! За что и что я тебе делаю? Я хз, чё это? Так, ща. Бежим отсюда. Перепрыгиваем через забор, пока этот кот ко мне не пришел. Нечестно, кот, у тебя много хп. Ну, хотя я тебе тоже. Так, ну, давайте смотреть следующую постройку, думаю, сейчас. А, давайте. Я могу паркур-город загрузить, но я раньше на нем машину строил. Ну, загружай паркур-город. Тут у меня была задумка построить еще трек Hot Wheels, но реализация не очень. О, машинку можно мне? О, давайте сначала все посмотрим, пока не расфиксирую. Откуда корабль делся? Ладно. Машинка, она это старая, она просто визуально, она не едет практически. Стоп, а на чем тогда ехать на этой трассе огромной? Это нужно отдельно загружать. У меня есть машинка, могу загрузить. Но если нужно, я могу загрузить отдельно. Ну давай. Еще я могу тоже загрузить, у меня тоже есть старый. Я у... Это а у нас почему этот танк, был, да? Кажется, мешаться будет. Надо его убрать. Слишком долго он уже прожил в этом мире. У вас тут ПВП жестокое? Не-не-не. О, а что это за корабль? Это корабль. Кого? Корабль. Кто построил? Это я построил. Миниатюрный и красивый, кстати. Только я его не делал по этому по оригиналу, я его просто сделал, как захотел. А, то есть нет оригинала именно. Тут он, может быть, немного сделал не так, то есть тут труп нету там, такого всего. Ну, он красивый. Ну, если смотреть, как он маленький. У тебя, да. Так, машинки есть? Можно я тоже на машинку возьму одну? Да-да, я к водопаду гоню. Сейчас я тоже сгоняю на заржавевший. Только давай потом поменяемся. Это я хитрый. Стой, подожди, я сейчас доеду. Проблема, это вообще баги. Да, я понял тебя. Чё, загрузили? Можно ехать? Да, тут финский снайпер, но его не видно. Так, я еду, да, тогда? Обратно. Да. А где карта? Стоп. Сейчас все колеса так сломают. Стоп, она загрузилась. Стоп. Так, ну... что это тут делает, вопрос? Я буду сейчас по карте просто тогда гонять. А что это была за машина, если это был... Стойте, можно вопрос задать? А что это был за Мерседес? Кто его загрузил? Не мой. Так. Ладно. Это Мерседес моего друга. Это мне друг загрузил просто, я ее не буду показывать. Стоп, друг. А как этого друга звали? Ярик тот самый. Ребят, я это... гарпун поставьте. Передай, что у него проблемы с мозгами. Пожалуйста. Что это машина моего друга, он ее украл, как обычно. Стас, а можете меня подцепить, Toyota? Окей. Okay. Недалеко. Так. А, подцепить тебя? Сейчас. Да, вот я. Так. Сейчас я тебя подтяну. Ты не коснулся меня. Все, я тебя подцепил. Какая именно? Я тебя подцепил, давай, расфиксируйся. А, сейчас, подожди, я расфиксирую сейчас. Давай уже. Все, давай, давай. Я тяну. Ой, ты меня тянешь. Теперь мы оба застряли. Спасайте нас. Фиксируй, спасайте. Поставьте гарпун на это, на площадку и нас. В ухо стреляйте. А я уже в него стрельну. Мне бы фиксация не помешала. Ого, я перевернулся. А, это нормально. Расфиксируйся. Давай, я тебя буду потихоньку таскать. Давай. А, господи, Стой, ты расфиксируйся-то. Я же тебя тяну, видишь? Я смогу. Ты не тянешь, я тебя наоборот тяну. Гриш, поставь гарпун. И поймай ухо меня. Короче, обоих. Меня надо, потому что я тебя. Получится как паровоз. Быстрее, пожалуйста. Что это? Ай, больно. Ой. Давай. Что вы творите? Что за фигня? Я под землей. Не надо уже тянуть, я сам. Тяни. А что делать? Тяни. Я под землей. Закопали меня. Ой.
А гарпун отпустился. Так вы меня закопали просто. Сейчас я тогда вас закопаю. Ладно, не надо. Мы тебя притянуть наоборот хотели. А, я тебя спас. Если я пригнал машину, можешь брать ее. Так. А я-то не пригнал машину, она у меня под землей. Пофигу, самое главное, Тойота-то здесь. Вообще, это город паркура.